говорю в микрофон, на который натянут носок. Все просто, если хочешь улучшить немножко звук, достаточно сделать какие-то небольшие шаги и не обязательно покупать дорогое оборудование. В этом году я решил себе возвратить свою старую цель, расширить свое творческое пространство. У меня есть гараж, в котором я хотел сделать студию. Я даже сделал первые шаги, нацепил фон. Я снял пару роликов. Один из которых набрал 200. Довольно-таки неплохо. Но мало. Хотелось бы больше. Да и снят он был для чужого проекта. Хотелось бы для своих. Я живу в однокомнатной квартире, и здесь очень тяжело настроить свет, какой-то фон и место для съемок, для постоянных съемок. Поэтому я расширяю свое пространство в гараж. Очень просто. Я продал автомобиль. Я немного разбарахлился. Довольно-таки еще много можно чего выбросить. Я затащил два диванчика, которые сделаны просто из поддонов и выкрашены в белый цвет. Они получились очень стильные. Я взял обычный советский стол, на который наклеил плитку из керамогранита 60 на 60 сантиметров. Причем у меня оставалось чисто полтора куска этой плитки, и они идеально подошли друг к другу. Просто-таки идеально. Как раз полторы плитки ровно встали на этот столик. Удивительно. И почему я выбрал черный фон? Черный фон — это так просто. Дело в том, что я криворукий оператор. Не умею снимать. Редко пользуюсь ручным фокусом. Пользуюсь автофокусом. Ну и плюс, я видел достаточно много роликов в Ютубе, в которых фокус наводится на стену, на стул, на что угодно, но только не на человека. Получается мутный, зато резкое что-нибудь другое. Ужасная картина, ужасная. Я сомневаюсь, что такой был творческий задум. Я даже смотрел первые ролики одного из известных блогеров, который снимал себя на фоне речки. Так резкость была на речке, которая метров 20 от него. А он был мутный. Это просто ужасно. Поэтому я взял черный фон тогда, когда ты светлый. Автофокус легко находит тебя и наводит резкость на тебя. И, конечно же, я стал больше уделять времени ручному автофокусу. Хотя я отдаю себе отчет в том, что нужно выходить за пределы какой-то съемочной комнаты, выходить на улицу и там снимать, пожалуйста, сколько угодно возможностей. Ну, мне будет интереснее, если у меня будет такое место для постоянных съемок.